Твери появился еще один умный перекресток. Новый светофор включили на пересечении Коняевской улицы и Московского шоссе. На перекрестке установили индуктивные петлевые детекторы, цель которых – считывать проезжающий транспорт, велосипеды и средства индивидуальной мобильности. Они позволяют настроить адаптивный режим работы светофора, определяют степень загруженности на дороге. Также на пересечении Московского шоссе и Коняевской улицы в городе появился интеллектуальный дорожный контроллер «Поток». Как объясняют дорожники, зеленый сигнал светофора для машин, которые едут по Коняевской улице, загорается, когда там появляется автомобиль. Конечно, сначала пройдет до конца поток по Московскому шоссе, после того, как транспорт с Коняевской проедет, вновь станет зеленым свет для водителей на шоссе.